Подготовка к новому отопительному сезону стала центральной темой очередного рабочего совещания в администрации района. Представители теплоснабжающих организаций отчитались о проделанной работе. Основной объем уже выполнен. Оборудование и котлы к зиме подготовлены. Протяженность тепловых сетей составляет 15 километров 299 метров. Все тепловые сети 100% подготовлены к зимнему периоду эксплуатации. Впереди промывка труб в многоквартирных домах и изоляция теплотрасс. На завершение подготовки остался всего месяц. Управление жилищно-коммунального хозяйства и главы поселений должны проверять соблюдение сроков и качество работ на местах. Обсудили и работу ресурсоснабжающих организаций в целом. На встречах с активом поселений, которые сейчас проходят в районе, жители озвучили огромное количество проблем и претензий к ресурсникам. Глава муниципалитета Андрей Дорошевский подчеркнул, что держит исполнение просьб и обращений граждан на личном контроле.